Девчонки, всем привет! Сегодня 24 число, я только что мы заезжали в колледж. Там нужно было отдать бумажки, вот, с практики, потому что у меня была неправильная печать, и мы вчера ездили, ставили эту печать, еле-еле успели. Привет! У нас есть вода. Теперь постоянно очень много берем воды и мало едим. От этого я схуднула, кстати. Но пока не буду говорить, насколько, потому что я боюсь, что если я встану в понедельник, и сейчас вот у меня в голове вот эта цифра, которая у меня получилась, я боюсь, что в понедельник встану, это она будет больше. Из-за этого я начну паниковать, поэтому не хочу. Вот. Джейкуська остался дома, мы с ним поиграли, сегодня наконец-таки выспались, мы аж... Ну, по привычке, со сколько он просто спал, 7-го? Нет, я в час, потом в 5, потом в 7. А я где-то 6:30 начала просыпаться, потому что уже как это, как в привычку вошло. Мы такие на часы смотрим, я такая, 6:36, я такая, обалдеть. А у нас будильники только на 9 стояли, чтобы вот в 10 выехать, но мы выехали в 10 с копейками. Сейчас мы заедем, какие у нас планы? А, в кондитерскую, мне нужен краситель. Я так чисто возьму по-маленькому, потому что денежек мало осталось. А так я бы, конечно, купила себе там форму для капкейков, там кольцо для тортиков, чтобы их делать. А сейчас я возьму то, что мне нужно. Я хочу рулетик сделать клубничный. Вот. Нам и Диминым родителям домой. Вот. А туда нужен краситель и ванильный экстракт. Вот. Так что надо будет найти. Я надеюсь, они будут. Пока еще катаемся на машинке. У меня сейчас этот тормоз в голове. Так, давай, я сейчас торможу. Сними. Кого? А. Как еще раз полностью? Сокращенно? Троицкий собор. Троицкий собор проехали. Кстати, я не знала, вот мы позавчера или как-то тоже шли, но пешком, потому что у нас машины не было. Мы шли где-то тут рядышком, и было видно и Троицкий, и Исаакиевский. Вот типа на одну сторону смотришь, там Троицкий, на другую смотришь, там Исаакиевский. Витя, во! Вспомнила. Ты говорю, я немножко это тормознула сейчас. Это Витина машина до сих пор у нас. А мы сегодня поедем смотреть уже с Диминым папой ту машину, которую мы присмотрели. Вот. Вот, проверять все дела. А потом уже поедем домой. Вот такие у нас на сегодня планы. Ой, она так села опасно, женщина. Прям на краешек. Ладно, все, мы поехали. Опять записываю на телефон, потому что я что-то забыла камеру сегодня. Хотя сегодня планировала уже начать снимать полные дни. Но этот опять кусочек попал, наверное, в те кусочки, так что... Ладно, мы поехали. Надеюсь, я найду ванильный экстракт и красный краситель, вот, который в два цвета перемешивается в зависимости от граммовок. Все, маленько. На работе, кстати, у меня сегодня выходной, завтра выходной. Вчера и позавчера я была в утро. Вот. Так что как-то вот так. Все, можем мастеровым. Вот тут сейчас будет. К зиме краску месить. Эх. И потом в кондитерскую поеду. Вот, веселуха. Разбираются. Так интересно, как они мешать будут. А, девчонки, смотрите, все. Нашли кондитерскую, которая... Ну, не кондитерскую, а
для кондитеров магазин, который работает. Потому что остальные, они только либо на вынос, либо закрыты. Вот. Взяла себе ванильный экстракт, потом клубничный ароматизатор, но так чуть-чуть решила взять, хотя он мне не нужен был. Но я там насмотрелась всякого. Вот. И краситель розового цвета на гелевой основе. Вот, мне еще карточку выдали. Все, мы сейчас поехали за Димином папой и уже поедем смотреть машинку. Да? Так что, фух, на улице жара. Кошмар. Все, мы погнали. О, только у лучших кондитеров. Все, мы приехали с папой Димином. Смотрим первую машинку. Вот. Такие дела. Тут столько много машин разных. Тут даже вон гельки стоят. Посмотрели еще одну машинку. Вот только Шевроле. Пока останемся на этом варианте. Мы сейчас поедем смотреть три. Время уже где-то 5. Вовремя. Я люблю включать вовремя. Мы смотрим третью машину. Мне она абсолютно не нравится, но она нравится Диме, и поэтому, может, они, скорее всего, вот эту будут брать, но она мне... Внутри она мне вообще не нравится. Ладно. Все. Не знаю, может, еще что-то посмотрим. Либо домой поедем. Но мне вот это не нравится. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже 25 число. Я тут решила начать делать как-то точку, пока у меня время есть. Вот, мясо растаивает. Мясо тает, в общем. Я хочу сделать борщик, пока... Дима на работе, хотя он не планировал сегодня никуда ехать, но так получилось. Вот, и потом сегодня опять день, мы будем смотреть машины. Кусочки я еще не склеивала. Вот сейчас, если у меня будет получаться, я сделаю хотя бы основание. Вот, потом сделаю борщец. И уже потом начну склеивать кусочки, чтобы завтра уже был день у меня. Того времени, которое я... пережила, скажем так. Вот. Мы балуемся, играем. У меня мастер-шеф тут работает. Весь клубок в хлам, как вы видите, да? Джейк, да? Все, ладненько. Будем... Ой, удачки. Вот так все это выглядит сейчас. Ну, тут как бы моя работа и остановилась, скажем. Я начала ставить для выравнивания трубы и поняла, что они, оказывается, разного размера, хотя все полуметровые. Вот как вот это вот. Я сейчас буду смотреть, кто из них наврал. Где полметра, а может, где и выше, а может, где ниже полуметра. Вот мой помощник Джейк. О, очень сладкий. Да? Времечко 11:30. Мы тут загружаем видео. Уже все сохранилось. Сидим, вот, развлекаемся. Шлядули. У меня тут работают аферисты в сетях. И параллельно грузится. Все. Вот мы тут такие вот сладкие. Дё. Дима поехал к родителям. Там надо бумажку забрать. Вот. Съездит в поликлинику тоже для справки, для его работы. Точнее, чтобы начать стажировку. Вот. И потом где-то к 6 мы поедем смотреть одну машинку сегодня. К сожалению, только одну. Потому что на нее очень большие ставки. Что она нам понравится сразу. Да? Шлядуля. Джейкусь. Все, прелесть. Я все удачно загрузила. У меня даже телевизор завис. Мы тут бегаем, ходим, играем. Вот у нас такая штучка. Папа наш приезжал. Ну, Дима приезжал. Мы тут называемся типа папа-мама. Вот. Что у нас тут? Супчик сваренный. Дима заезжал просто потому, что ему, оказывается, справку только после 3 можно забрать. Поэтому он решил домой заехать. Это борщец готовый. Тут сам по себе остывает.
На улице прелесть, съемки. Да. Кстати, вы кто, если вы посмотрели, все кусочки там было видно, какой у нас был раньше балкон и какой он сейчас. Вот. Я надеюсь, эти трубы хотя бы у нас будут одного размера, потому что надо те уже придется обрезать, к сожалению. Вот. Так что Дима сейчас поехал забирать бумажку. Уже приедет домой, мы доделаем свои дела. И надо будет заехать в пекареньку ко мне на работу, отнести документы и забрать футболку, которую я там забыла. И только тогда мы поедем за машиной. Чего? О, зовет. Зовет. Кстати, мейн-куны не мяукают, они вот так разговаривают. А ну, иди, покажи. Покажись. Вот так, да? Какие мы хорошие, да? Как мы ходим. Грациозно. Ну, и побежали. Все, теперь будем следить, как будем расти. Будем ли мы гигантами, да? Гигантами будем? Будем гигантами. Джейкось, гигантами будем? Будем? Ладно, будем сейчас сидеть, что-нибудь поделаем. Не знаю только что. Поедим, наверное. И будем ждать папу, да? Пока папа приедет. Короче, девчонки, время уже почти 8. Я осталась дома. Сейчас приходил Дима с папой. Вот. Но они посчитали нужным, чтобы я там не мешалась. И они сами выберут. Дима ничего не сказал. Вот. Просто молча. Вот, смотрю 5-й выпуск аферистов в сетях. Вот. И сижу дома. У меня тут Джейкуси рядом. У меня теперь большая часть будет Джейкуси. Да, Джей? Будем прям на видео расти, да? Пока мы махонькие вон. Пока влезаем. Ладно, все. Всем приятного просмотра. Всем доброе утро. Сегодня 26-е, уже 11 утра. Смотрите на мой завтрак. Это Дима вчера принес. Они когда с папой ездили за машиной, заходили в пушечную. А Дима на завтрак вот что. И ножницы. Ножницы. Дим, что они тут делают? Девчонки, всем привет. Сегодня уже 26 число. Я сейчас на работке. Вот, появилась свободная минутка, так что да. Если у меня будет возможность, я что-нибудь тут еще поснимаю. Как здесь прикольно, потому что мне тут очень нравится, только я немножко туплю. Вчера сделала типа такого маника. В общем, Дима выбрал машину, и в воскресенье мы должны ее забирать. Я очень извиняюсь за то, что сейчас получаются кусочки немножко непонятные, типа без концовки, где-то без начала, потому что я... уже подзабыла, как это делается, и надеюсь наверстать это. Потому что сейчас опять снова 3 дня в одном кусочке. Ой, в общем, я сегодня с работы приду, все смонтирую, так что это будет свежак. 26-го я это и выпущу, только, наверное, поздновато. Либо утром рано, 27-го, но я его смонтирую. Так что вот я настоящая сегодня с 26-го числа. Блин, так прикольно. Мне очень нравится здесь. Я, правда, боюсь, мне сейчас надо будет делать заказ на производстве по поводу кондитерских изделий, по поводу хлеба, по поводу выпечки, пирогов. Страшно, мне очень страшно, потому что надо будет звонить сейчас где-то через минут 40 и уже все это диктовать. Блин, надо самой выбрать, что надо заказать, что не надо заказать. Короче, я нервируюсь. Дима остался один дома с Джейком. Точнее, не один, пацаны остались дома. Вот, Дима сейчас 3 дня выходных. А, и еще в понедельник, по-моему, мы уже на нашей машинке поедем в общежитие забирать мои вещи. Оттуда вообще все, что там осталось. Потому что там, ну, Диана остается со своими девчонками, которые к ней переезжают с ее курса. Вот, а мне-то надо съехать. Так что как-то так. Еще надо будет в колледж заехать, тупо бумажку отдать и книжки сдать. Но это, я надеюсь, у меня есть все книжки по списку, которые мне нужны. Блин, как я боюсь. У нас еще добавилось айс-кофе, смузи и
и что-то еще только я забыла. Сейчас скажу. Раф. Раф. Кофе Раф. Ой, жесть. Да. Сегодня мне еще поможет закрыться либо Маша, либо Ира. Да. Я надеюсь, у меня все будет с кассой нормально. И все будет хорошо. Все, ладно, я погнала работать, так что я еще, может, свяжусь с вами. Какое хорошее включение. Девчонки, сейчас время 11, я только закрылась. Смотрите, кто меня встретил. Дима купил шлейку. Вон она, голубенькая. Потому что наша черная, нам еще большая. Да, вот мы идем. Сейчас домой потихоньку. Погуляем чуть-чуть. Но я сниму, как мы его выпустим на травку. Вот. Малюта. Держи. На, поснимай нас. И себя тоже. Как оно? Во. Пока меня Дима ждал, они меня ждали целый час. Дима сказал, что они по травке немножко погуляли. Тебя не видно. Ну только как? Вот так вот, только сверху. Во. Ну нам только так можно. Скаланчи. О, фотки Настя. Девчонки, минутная пауза. Джейк. Он не хочет смотреть, ну ладно. Все, ладно, мы пойдем. И еще мы включимся. У нас тут незапланированное знакомство. Не знаю, что будет дальше. Не стала гулять на улице. Вот тут встретились. Так, что-то пошло. Ты чего? Он шипеть начал. Вам помню падение.